Ну, наверное, после выигрышной игры только положительно. Но я скажу, что молодцы ребята. Трудная дорога была, честно говоря. Кто-то сломался, но только ночью приехали в Владикавказ. И ребята собрались после домашней неудачной игры, когда только проиграли 4-3. У нас был хороший разбор. И ребята, практически мы говорили, что это переломная игра будет в психологическом плане, что надо играть свою игру, забыть эти ошибки, исправить ошибки. Ну, я думаю, что ребята выполнили установку, но не всегда получилось, как хотели бы. Начало очень как бы такие многие ошибки, необязательные ошибки были. Потом они справились, как бы контролировали. Я думаю, что игру, особенно в первом тайме, в тот момент, когда Шуйский мог 4 забить. Но пропустили, при счете 2-1, немножко как бы потерялись, но хорошо, что быстро забили, вот разница 2 мяча сохранили. Вот. Ну, я что скажу, молодцы ребята, это победы их, по игре, по тактическому плане. Но есть ошибки, но нет предела совершенства. Надо работать, и те ошибки, которые есть. Не обязательно голы, которые мы пропускаем, они должны как бы практически получается, что у нас уже как бы это такие мячи у нас как бы уже как стабильно получаем. Значит, здесь больше индивидуальные ошибки, чем командные. Ну а так, хорошая победа, я считаю, что хорошая команда, которая перед этим выиграла на выезде. Один из лидеров, это не просто так. Видимо, сегодня мы как бы психологически и физически были сегодняшний день посильнее, чем Ангушта.